Выбей аркану или бан с 10 попыток. Что? Пол миллиона? Станцуй для меня. Разработчик, знай меня. Я тебя люблю. Здарова всем, ребята, Акинтуха на проводе. И прямо сегодня будет просто нереальное, сногсшибательное видео, потому что прямо сегодня мне знатели 1 000 000 рублей. Да, ребята, вы будете всем в шоках, потому прямо эту секунду прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и приятного вам просмотра, потому что это будет просто нереально интересное видео. Всем удачки, приятного просмотра. Капец, ребятки, я нубы. Косарик! Разработчик! Спасибо большое, дорогой Димой, Грис, обнял, приподнял от души! Спасибо большое. Привет, как обнова? Ну, чему сказать? Хэштег непогано! Обнова реально топовая. Всем советую, так сказать. Господа, я думаю, а может быть мне вторые тычки Хармита купить, а? Или не надо? Пять косарей! Да! Хочешь, могу тебя забанить! Дядя, ты шо, ты за шу? Не надо банить, не надо банить. Хочешь, на колени стану, хочешь, отца! Великий разработчик, не баньте меня! Вся голда, которая у меня на балике, она честная! Я сам заработал, я сам напопрошайничал, не надо, только не бан, пыжи! Ну а за 5 костерей большое спасибо, я в шоках! 5 костерей, мне сдонатили, да ты шо? Вася! Спасибо большое, дорогой ты мой. В честь того, что разработчик топ, я прямо сейчас продам фаб-бум за одну голду. Разработчик, знай меня. Я тебя люблю. 5 косарей, да ты шо? Спасибо большое, братанчик. А, душа, душа, душа. Все, за одну голду. За разработчика и двор. Продаю скины. Упор. Ау. Я очень сильно надеюсь, это не бан, то что я просто подвис. Уважаемый разработчик, это что за лаги-то? Я считаю, что Destiny 2 самая лучшая игра в мире. Но почему она лагает? Это большой вопросик. Потому что у меня с этого реально подгорает. Что? Станцуй для меня. Беда с косарей. Разработчик. Что я тебе должен? Скажи, просто скажи, что я тебе должен. Что? Спасибо большое. Спасибо, 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 спасибо. Я богат. Так, ну что? Ну что? Так, ребята, звоню. Алло, 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 нетка, мы богаты! Мы богаты, короче, заказывай мне баню и 15 тысяч девочек. Всем по рублю заплатим, все нормально. Все, ребят, позвонил в кондиционер, разыскали, девочек привезут. Ну, ребят, если разработчик такой хороший, добрый, великий человек сказал, станцуй для меня. Ну, ребят, у меня трех вариантов нет, такая станция, дорогой ты мой. Сейчас валим жесткого фонка и погнали. Не, пацаны, что-то не качать, не качать, не качать. Ребят, не стоит бобиджонщик такую музыку, значит нормально наварить. Чуть позвоночник Игориса не сломал. Джи, три килотей, спасибо большое, разработчик. А, душа, душа, душа. Спасибо большое еще раз, разработчик, он реально топ. Ну а мы, ребята, эти дальше покупать. А вы, М3С, Ури Хунтер. Прямо сейчас ставим запрос на покупочку и покупаем. Подъехал. Что? 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 Господи, зарей, спасибо, спасибо, спасибо. Разработчик, всем чатом пишет, всем чатом, всем чатом. Разработчик топ, разработчик топ, разработчик топ, разработчик топ. Мне очень приятно то, что ты выбрал именно меня. Было миллиард других стримеров, а ты выбрал именно меня. Поэтому, братан, просто от души тебе спасибо большое. Выбей аркану или бан с 10 попыток. Чего? Не-не, пожалуйста, только не бан. Ядрить, колотить. Так-то я был рад этим донатом, но если меня забанят, мой аккаунт стоит немножко подороже, чем 25 косарей рублей. Не, спасибо большое, вы там ничего не подумайте, разработчики, то мало ли подумайте, что кент пока совсем уже зажрался. Ну блин, посмотрите на все мои арканы, на все мои ножички, на все мои enables коллекции, на все это посмотрите. Только не бан, разработчики, да за шо? Нормально же общались. Ладно, ребят, все, мне надо выбить аркан. Это изи каточка, просто смотрите, изи каточка, изи. Дело будет на Black Widow и говорю, Black Widow, родной, выпадай. Сейчас просто первый раз, ребят, будет арканочка, смотрите и завидуйте, а?
Не понял. Не понял. Это как? Так, ребят, мне кажется, что этот человек может меня реально забанить. Если он кидает такие большие суммы денег, ему меня забанить вообще два пальца об асфальт. Поэтому я очень надеюсь, что он меня не забанит. Уважаемый разработчик, пожалуйста, только не бан, пыжи. Я сейчас выбью аркану, все будет хорошо. И как назло, арканы даже не прилетают. Ни одна аркана просто не прилетела. Пропали арканы. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне как-то плоховатько-то стало. Аркана, стоять, стоять. Да как там аркана была? Там аркана была, это разработчики меня троллят. Не надо, разработчики, моля, пожалуйста. Не надо. Пожалуйста, пожалуйста, прошу, да, аркану. Да, нет, нет, дальше, дальше, иди дальше, дальше. Так, ребят, все, максимально собрались. Верим в победу, только победа. Только вперед, давай, арканочка. Арканинимус. Давай, да, да. Разработчик меня троллил, он специально мне подкрутил по ходу Легаси. А, обалдеть, спасибо большое. Легаси, вы понимаете, что произошло? Мне выпало Легаси. И плюс меня не забанят, Легаси самая дорогая бабочка. Спасибо большое, спасибо, спасибо, спасибо. Я вас очень сильно люблю. Сегодня просто самый лучший день моей жизни. Сколько? Разработчик, спасибо. Скрафти, акарник-романсер или ван? Акарник-романсер, братуха. Изи! Сейчас крафтим! Наверное. Не, разработчики, надеюсь, это шутка. Надеюсь, бана не будет. Но если будет бан, пожалуйста, пожи не баньте, пожи не баньте. Просто в честь того, что разработчик насколько топовый чел, я прямо сейчас куплю даже статреки. Статреки, просто смотрите. Ставлю 70, ставлю 9 штук. И прямо сейчас буду делать легендарный крафт АКРа, некромансера. Спасибо большое еще раз разработчику, что он такой добрый, хороший, верный, надежный. Самый лучший в мире. Я отвечаю, он мне сейчас по-любому подкрутит. Крутил АКР-некромансер. Я сейчас делаю крафт, и мне подать АКР-некромансер. Все, я закрою глаза. АКР-некромансер, иди к папе, иди к... А, нет, только не бан! Стоп, это шутка! Разработчик, это шутка, скажи да, прошу. Это шутка! Нет, 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 только не бан! Ребят, я думаю, а можно в честь такого хорошего события по имени разработчик откроем Хэллоуин скирпак, а? А ну бегу вам лайк, подписку прожали, я сейчас открою. Отвечаю, сейчас открою, готов? Сто! Сто тысяч! Сто тысяч! Сто тысяч! Реви футболку! Да, братан! Изи! Спасибо большое, спасибо большое! Сейчас, короче, по футболочку сгоняю, потому что, ну, на ютубе ж нельзя сидеть голеньким, сам понимаешь. A few moments later. Разработчик, я тебя люблю. Спасибо тебе за все. Ты очень добрый, хороший человек. Я хочу, чтобы ты знал, что когда у меня вырастут дети, я их назову разработчиком тоже. Разработчик, братан, ты тупо машина. Я хочу, чтобы все знали. Когда, ребята, у меня будет машина, я буду звать разработчик. Когда у меня будет сын, я буду звать разработчик. Когда будет дочка, тоже буду звать разработчик. Пацан сказал, пацан сделал, минус футболка. Теперь она превращается в тряпку. Я вот отвечаю, он не остановится. Если он скажет мне продать АВМ Спорт 2.03, я его на изящах продам, потому что он очень хороший человек. Спасибо ему еще раз большое. Я сделаю все, что он скажет. Ну что, господа. Продай Пелеркан 300! Блин, как же мне приятно, ты даже не представляешь. Просто от души, души на душу. Огромнейшее тебе спасибо, ты очень хороший человек. Мне так при этом никто никогда в жизни такие большие донаты не кидал, ты просто взял 200к! За 200к можно меня купить и продать. Продай Пелеркан, брат, это вообще изи. Сейчас тупо любой аркан, какие мне попадутся на глаз, сразу продаю за 0.3. Смотри, опа, опа, иди сюда, иди сюда, иди сюда, опа, аркан на раз. Просто продаю арканы ради разработчика. Разработчик, я хочу, чтобы ты знал, что ты самый лучший человек в мире. Две, все, две арканы продал. Три арканы продаю. Но я себе один оставлю. Можно же мне один по 354 спирит оставить? Три арканы продал. Дальше. Че еще можно продать? Давайте еще эти две арканы. Четвертая аркана. Четыре. И пятая аркана. Спасибо еще раз и большое. Вы знаете, когда кто-то будет говорить про хороших людей, я всегда буду вспоминать именно разработчика. Потому что таких хороших людей, как он, я еще никогда не встречал, понимаете? О, миллиона! Открой три райвела, если ты не шаркан, значит 1 миллион! Спасибо тебе большое, братанчик! Это вообще без проблем, прям сейчас смотри, смотри, раз райвел, два райвел, три райвел! Хана, то есть понимаете, прямо сейчас, если я выбиваю просто одну
долбанную странную аркану, я получу 1 000 000 рублей. Все, ребята, поехали, так и сделаем. 1 000 000 на кону. Я сейчас заплачу, отвечаю. Ну где аркана? Ну, не можно было провечить, прокрутиться. Ну, ёханый бабай. Ну, копти твою колбасу-то налево. Так, мужики, просто делай быстро все арканы, возможно. Все арканы в мире, пожалуйста. Райвел кейсчик, я тебя умоляю. Нужна любая аркана. Любая аркана. Любая аркана. 500 косарей. Блин, даже если ты мне 1 000 000 не знатишь, ты мне уже знател очень много. Прям очень много, прям очень много. Спасибо тебе большое. Дорогой ты мой, спасибо. Давай, давай, давай. Аркана, аркана. На кону квартира. Трындец, минус квартира. Не, ну я, конечно, все понимаю. Но я вот это не понимаю. Это просто какое-то издевательство. Спасибо большое. Я сделаю все, что ты скажешь. Спасибо тебе большое. Да, аркан нет. Брат, ну возможно, ты мне дашь хоть какой-то шанс. Не, ну если ты захочешь, конечно, ты мне уже и так очень много сдонатил, но если ты мне дашь какой-то шанс, брат, я не подведу. Я сделаю все, что угодно. У меня все спрашивают, а куда я потрачу все эти 1 000 000? Короче, смотрите. Первое, что я куплю, ребята, это себе новую машину. Дальше, что если я куплю? Новую машину Анетке. Конечно, игрушечную, не настоящую же ей покупать. Дальше я, ребят, куплю 1 000 000 пиц. Дальше я куплю... Один 1 000 000 рублей! Продавай Керамид Голд за 3! Ща без проблем продам, ща без проблем продам, спасибо! Просто продаю Керамид Голд просто в честь нашего с вами любимого разработчика. Я продаю Керамид Голд за 0.03! Вы готовы вот это? Я ща продаю, спасибо, брат! 1 000 000 рублей! 1 000 000! 1 000 000! Стоп. А почему не Анетка? Хрэпи, кстати, ха-ха в чате! В смысле? Анетка, продавай Керамид Голд за 3 000 000 рублей? Нет. Нет! Только не говорите, что это пранк, потому что от Анетки не останется никакого живого места. Нет. Нет. Нет! Это ты пошутила? Ты нормально футболку пропал? Я хочу голды потратить! В смысле это пранк? Я с тобой не общаюсь! Я тупо с ней не общаюсь! Это была Анетка! Это была моя девушка, я на меня пранканула. А если бы я Керголд продал, что бы тогда, а? Ну что же, уважаемые подписчики, с вами был ваш Кента ПК. Обязательно прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Бедная Кентуха. Ребят, если хотите получить хотя бы эту бабочку, что вот сзади меня, пожалуйста, прямо сейчас подпишитесь на мою телегу, ссылочки есть в описании. Подпишитесь на мой YouTube каналчик. Я вас всех очень сильно люблю и, пожалуйста, никогда не обманывайте своих близких. С вас, ребят, лайкусик, подписочка, всех обнял, приподнял, всем удачи, всем пока.